В 12-м микрорайоне открыли мемориальную доску рядовому Роману Голубеву, погибшему в 2001 году во время боевых действий на Северном Кавказе. Торжественный митинг состоялся во дворе дома, где Роман жил вместе с семьей. На открытии памятной таблички присутствовали сестра и мать погибшего бойца. В 2000 году Романа призвали на воздушно-десантные войска, а после учебки отправили на Северный Кавказ. В поселке Ойсхар на лагерь военной части напали 200 боевиков. Именно в том бою ангарчанин получил смертельное ранение. Позднее Роман Голубев был награжден орденом мужества посмертно. Такие люди, которые нас окружали, рядом с нами жили, они, конечно, достойны того, чтобы они были увековечены. И учитывая, что прошлый год исполнилось 30 лет начала боевых действий на Северном Кавказе, в настоящее время в Иркутской области более 240 семей находятся без или кормильца, или без отца, или без сына. И поэтому мы, конечно, вместе с нашими семьями погибших это дело помним и стараемся их как-то поддержать. С инициативой об увековечивании памяти Романа Голубева организация «Боевое братство» выступила еще в прошлом году. Соответствующее решение было принято окружной думой в марте, однако открытие мемориальной доски откладывалось в связи с пандемией.